Если кто-то до сих пор думает, что он может и хочет курить сигару, сидеть в кресле-качалке, спокойно себе жить, радоваться, там, пить кофе из Старбакса по утрам, езжайте в Скандинавию. Мы здесь, в Беларуси, находимся на геополитическом разломе. Боремся за свой суверенитет, боремся за свою независимость, да, будет нелегко. И как вы видите, при отстаивании своих идей, демократических идей, нам будет еще сложнее с нашими оппонентами, особенно когда мы оставляем эту борьбу в рамках конструктивного диалога, а не прибегаем к радикальным методам. Когда мы это делаем за свои ресурсы, за свои средства, и не берем ни копейки и ни какой-то помощи из-за рубежа, да, будет сложно. Но именно так строится независимость, именно так строится суверенитет. Именно тогда мы ценим нашу страну и ценим то, что имеем. Если для вас главными врагами в государстве и для государства не являются отдельно взятые личности, а такие вещи, как кумовство, раболепие, трусость, продажность и иные другие пороки, которые разлагают наше общество. Если вы на этом геополитическом разломе готовы строить независимую суверенную республику Беларусь, и если вы видите ее с демократической народной структурой, тогда добро пожаловать в Демократический Союз. Спасибо.